Мы привыкли к тому, что многие люди боятся змей, пауков или высоты, и это даже понятно. Но иногда бывают совсем странные страхи, вроде боязни пуговиц или бороды, которые не кажутся такими уж забавными тем, кто от них страдает. Мы рассмотрим 20 самых странных человеческих фобий, многие из которых могут быть серьезным расстройством и приносить человеку большие проблемы. Акрибофобия – ненавязчивый страх не понять смысл прочитанного. Иногда может стать признаком шизофрении, когда больные жалуются, что фраза распадается на слова и отдельные слоги. Вот такая вот нечитаемая фобия является страхом числа 666. Приступ этой болезни был показан в эпизоде мультсериала «Футурама», тогда Бендер испугался отражения в зеркале символов 666 в двоичной системе счисления. Известно несколько случаев, когда номера транспортных маршрутов меняли на другое число, чтобы избежать этого. Гидрозофобия – боязнь вспотеть и простудиться, или боязнь стать источником неприятного запаха. Страдающие от этой фобии могут позавидовать птицам, у них нет потовых желез. Декстрофобия – боязнь предметов, расположенных справа от человека. Корни болезни, видимо, уходят в детство, когда человек привык ожидать опасности справа. Дурофобия – боязнь получать или делать подарки. Это скорее не забавная фобия, а серьезная проблема, которая основывается на детских комплексах и упреках. Кумпунофобия – боязнь пуговиц. Один человек из 75 тысяч страдает этой фобией. Таким людям лучше не смотреть мультик «Каролина в стране кошмаров», для них это будет самым настоящим кошмаром. Лаканофобия – боязнь овощей. У страдающего этим расстройством при виде овощей может начаться тошнота, головокружение и учащенное дыхание. Запах тоже невыносим. Некоторые даже не будут есть продукт, рядом с которым лежал овощ. Амфалофобия – боязнь пупков. Люди, страдающие этой фобией, боятся, когда кто-то прикасается к их пупку и боятся сами прикасаться к чужим пупкам и даже смотреть на них. Возникновение этого страха часто связано с тем, что пупки ассоциируются с пуповиной и материнской утробой. Амфалофобы боятся даже думать о пупках. Омброфобия – боязнь дождя. Страх может привести к серьезной панической атаке. Считается, что боязнь дождя может сформироваться по нескольким причинам, в том числе потому, что детям часто запрещают выходить на улицу в дождь, добавляя, что они могут заболеть. Кроме того, дождь часто ассоциируется с депрессией. Пентерофобия – боязнь тещи. Возможно, это стало причиной многих анекдотов, но на самом деле это вид расстройства, когда человек просто не в состоянии общаться с тещей или свекровью. Погонофобия – страх перед бородами. Ведущий Джереми Паксман обвинил BBC в погонофобии после того, как его раскритиковали за появление на программе Newsnight с бородой. Папофобия – боязнь Папы Римского. Довольно редкое явление, она тесно связана с иерофобией, страхом по отношению к священнослужителям или предметам религиозного назначения. Трипофобия – боязнь скопления отверстий. Люди, страдающие трипофобией, боятся предметов со множеством маленьких отверстий, они ассоциируются у них с опасностью. Пока эту разновидность страхов не включили в официальный список фобий, хотя ей, по некоторым данным, страдают тысячи людей. Трипофобы боятся таких предметов, как медовые соты, губки или растения, имеющие множество маленьких отверстий. Симптомами трипофобии могут стать тошнота, зуд и даже панические атаки. Хаерофобия – боязнь засмеяться в неподобающей обстановке, например, на похоронах. Механизм этого страха связывают с защитной реакцией организма, который может странно отреагировать на шокирующую обстановку и защититься проявлением радости. Хронофобия – боязнь времени. Человека преследуют мысли о времени, тревожные ожидания, когда же наступит определенный час, так и страх перед будущим, перед скоростью течения времени, размышления в стиле «я ничего не успею», «сколько времени у меня еще есть» и так далее. Человек перестает замечать жизнь, все внимание сфокусировано на течении времени и на тревоге подавленности, которая с этим связана. На фоне бурного развития интернета появились неизвестные ранее фобии, связанные с гаджетами и общением в социальных сетях. Например, пунктумофобия – боязнь получить сообщение с точкой в конце. Отсутствие смайлика означает, что разговор серьезный или что собеседник слишком резко ответил. Ретерофобия – боязнь ошибиться в слове или не заметить автозамену. Тогда приходится перепроверять написанное несколько раз. Эмоджифобия – боязнь быть неправильно понятым, используя смайлики или стикеры. Человек в этом случае пугается того факта, что отправил в чате котика или что-то еще легкомысленное. Селфифобия – боязнь плохого селфи. Может выражаться в истерической съемке, чтобы получить лучший результат. На самом деле случай серьезный и может привести к печальным последствиям. И наконец, игнорофобия – боязнь того, что сообщение просмотрели, но не ответили на него. В каком-то смысле известно многим пользователям и заставляет думать, что ты что-то сделал не так. Вот и все. Пишите в комментариях, какие из перечисленных фобий вы замечали в себе. А также не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал.